Рассказ танкиста Александр Твардовский. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить из тысяч лиц. Узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Лет 10, 12, бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Выносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен, мы прорвались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился, столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал. Я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь! И с развороту заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить из тысяч лиц. Узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.